Бензин подорожал на камчатских АЗС ННК «Камчатнефтепродукт». На 30 копеек выросла стоимость всех видов автомобильного топлива, в том числе дизельного. Бензин АИ-92 теперь стоит 58 рублей 45 копеек. АИ-95 подорожал до 62 рублей 91 копейки за литр. Литр АИ-98 идет теперь по 66 рублей 21 копейки. Дизтопливо взлетело по цене до 74 рублей 72 копеек. На камчатских АЗС ННК это первое подорожание бензина с начала года.